Привет. Не забывайте, Сергей Котляров на YouTube, да? Да. Сынок, так? Так, правильно. Вон, капусточка уже, видите, у нас какая. А клубника, сыночек, покажи, как цветет. Да не, ну ты ж полянку все покажи. И вот эту вот, гляньте, какая. Не быстро поворачивай. Красота. Неописуемая. Ага. А то там некоторые друзья говорят, ты только фотографируешь, только снимаешь. Ага. Сейчас. А то внуки говорят, дедушка, где ж клубника? Клубнички хочется. Вареничка ухочется. А варенички, Аллочка, ох, и вкусные у нас варят, да, сынок? Да, бомба. С молоком, и так молочком, с паской. Да, 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 да. Щавель он уже надо резать. И надо в банке закрывать. Семья большая. Надо на зиму подвал забивать битком. Потому что как галчинята с открытыми ртами. Так, сыночек, да. Давай я перейду на эту сторону, отойди сюда. Вот сюда отойди, сынок, показывай пальцем. Показывай, отойди вот сюда. Ну что ты? Так, ту сторону поливать ту клубнику не будем. От трубы после зимы галчина попадает. Надо клубничку сбрызнуть. А как же? Чтоб все было по-хозяйски. Правильно я говорю, ребята, а? Сынок, летит пыль прямо в камеру. Оператор. А вы говорите, ты только снимаешь. Тут и поливать надо, и снимать надо. О, видите, как клубника цветет? Что вы? Як кулак, як кулак. Ой, вы не поверите. Полчаса одну есть. Полчаса. Что вы? А соку? С одной клубники где-то грамм 300 сока. Да, да что? Так, клубника страшенно. Страшенно не побоюсь этого слова. Сейчас чесночок еще побрызгаем. А чеснок? Как голова. Вот эта головка, как у меня голова. Ой, что ты, Аллочка привезла, ездила за 3-9 земель. Да, через таможни, пограничники. Ой, что бедно натерпелась. Ну, чеснок привезла. Ой, исключительный. Как ты. Салом ешь, и душа радуется. А вон две свинки там, сынок. Ужара. Две свинки у Сашку, а их же зарежем, а сало-то надо, ну, жрать. А шо ж, а без чесночка, ну, как-то не очень. А вот чесночком это сила. А колбаска домашняя с чесночком, ха-ха. Огонь, огонь. Так главное, что интересно, что после домашней колбасы организм как-то бурлит прямо, бурлит. Ой, не дай бог. И на разные подвиги тянет. Мужчины, вы поняли? А? Имейте в виду, домашняя колбаса. Это сила, это... Не дай бог. Вот то в день полкило, много не надо. Полкило в день. Все. Неделю вот так вот поешь, горя не будешь ждать. Поняли? Ну ладно, ребята, нам некогда. Давайте, пока. Сергей Котляров. Ждем.